1 марта президент России обратился с посланием к Федеральному собранию. Глава государства обозначил ключевые проблемы в регионах – нехватку детских садов, транспортная доступность, качество медицинской помощи, утилизация мусора. В зале присутствовали депутаты, сенаторы, министры, руководители регионов – более 1000 человек. Что очень важно для нашей территории – это прежде всего обеспечение оказания медицинской помощи в самых труднодоступных местах. Наш регион как раз является таковым. Это огромное значение, поддержка талантливой молодежи и одаренных детей. В этом году послание к Федеральному собранию стало 14-м для Владимира Путина. В предыдущие годы речь длилась около часа. В этот раз вдвое дольше. В 2016-м глава государства сосредоточился на развитии цифровой экономики, реконструкции и обновлении школ, высокотехнологичной медицинской помощи. 1 марта Владимир Путин сделал акцент на безопасности страны и создании комфортной жизни для каждого человека. Наша задача теперь после послания президента проанализировать и не просто ждать, что это все произойдет исключительно с федерального уровня и региональному, и местному уровню власти. Нужно будет принять какие-то решения по реализации положений, содержащихся в послании президента. Люди от нас этого ждут. Три десятка законов предстоит подготовить и утвердить депутатам Государственной Думы для выполнения задач, которые поставил Владимир Путин. До 22 марта депутаты сформируют график работы.